Как говорится, время – деньги, и чем больше у вас денег, тем больше вы цените свое время. Поэтому не будем тянуть. Топ-10 самых дорогих часов. 10 место. Корпус этих часов сделан из золота и покрыт черными бриллиантами. За них вам придется выложить 1 миллион долларов. 9 место. Они сделаны целиком из кремния. Этот материал в 4 раза прочнее титана при вдвое меньшем весе. Примерно стоимость данного аксессуара 1 миллион 125 тысяч долларов. 8 место. Часы собраны из 1300 деталей. Некоторые из них отвечают за то, чтобы вызванивать ту же самую мелодию, что куранты лондонского Биг Бена. Ценник в 1 миллион 474 070 долларов. 7 место. У этих часов два циферблата. Корпус сделан из 18-каратного золота. Сапфировое стекло не дает бликов. Они вам обойдутся в 1,5 миллиона долларов. 6 место. Очень изящные и красивые часы. В их создании принимал участие наноскульптор Уиллард Уган. Они стоят 1 600 000 долларов. На 5 месте. Корпус этой модели полностью прозрачный и выполнен из высокопрочного сапфира. Цена около 2 миллионов долларов. 4 место нашего рейтинга. Корпус из розового золота 18 карат не даст вам затеряться в толпе. Ремешок из кожи аллигатора подчеркнет вашу мужественность. И всего это 2 миллиона долларов. 3 почетное место. За 4 миллиона долларов вы сможете узнать время в любой точке планеты. 2 место. Самый насыщенный и заумный часовой механизм на планете. Он способен показывать 33 вида данных, кроме традиционных секунд, минут и нетрадиционных лунных фаз и звездного времени. Пока что данный рекорд механики считается непобитым. Золотой хронометр весит около килограмма и содержит 1728 деталей, так что понятное дело, он не ручной, а карманный. Цена 5 миллионов 120 тысяч долларов. И на первом месте. Состоит из 900 деталей, для сбора которых потребовалось 5 лет. Оглашение финальной стоимости стоит 5-летнего ожидания. 11 миллионов долларов.